Мы приехали на Тенерифе. Заселяемся в дом и будем снимать. У Томаса был трек, который называется «Лон». Он давно хотел что-то летнее, где есть классные тачки, девчонки, цепи. С Томасом вообще мы очень хорошо общаемся. Он очень горел этим проектом. Он очень рад был сыграть роль маньяка. Я вернусь тебе на лике, или на щите, или на отходнике. Когда мы прилетели туда, мы все там 3-4 первых дня полностью с самого раннего утра до самой поздней ночи объезжали весь остров от и до и выбирали различного рода локации под нашу историю. Наверное, вот именно этот клип – это тот момент, когда я раскрылся немножко актерски, и у меня, может, даже немного получилось побыть кистью в руках режиссера. Кушать охота и капать. Все, в принципе, по классике. Ничего не Помимо рабочего процесса, чувствуешь, что ты находишься в центре волшебства какого-то. Проведи по руке. Да, вообще, ребятам, Томасу и девушке на пляже нужно было зажечь китайский фонарик. Но самое ужасное в этих фонариках было слово «китайский». Сука, кто шары покупал? Горело, по-моему, все. И руки, и ноги. Но только не странный фонарик. Открой глаза, я покажу тебе, как лавы застилается земля, как горы станут озером при поднимании. Языки пламени обвили твое тело точно так, как ты хотела. Принимаем все за дело. А мы танцуем и дымим, все так витает ядра земли. Нам бы остановиться, но мосты сожжены. Мы танцуем и дымим, все так витает ядра земли. Нам бы остановиться, да мосты сожжены. Это катаклизм любви с разрушительной мощью. Отдельный аспект, который хочу похвалить, было очень комфортно. Мы вместе поехали все на Тенерифе одной командой. Никого там не добирали в Испании. Это был уже второй раз, когда мы работали с этими ребятами. И на самом деле у нас команда была, как будто мы давно дружим. И было весело, интересно. Все друг о друге заботились. Мне очень понравилось. Самое сложное было на лодке, потому что нам нельзя было попадать в кадр. В каюте было очень тесно, там жутко качало. Алмаз, подходи к девчонкам, взаимодействуй с ними. Некоторые даже блевали, кто-то пытался выбраться наружу. Я тащил их за ноги, потому что там летал коптер. Мерда! Банда! Сухо, холодно, как сангрия. Мы весь день гонялись за светом, за солнцем. И буквально пару часов нам удалось что-то поснимать, хотя планировали мы съемку весь день. Мне кажется, что сцена, где он топил девушку... Давайте, ребята. У него получилось феерично, потому что вместо девушки у нас была пустая пластиковая 5-литровая бутылка. Я
провел в воде 2 часа. Когда были перестановки, я стоял в душе, в одежде и грелся. Я люблю воду, но тогда было немного холодно. Закончилось! Ура! 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 Это значит, что улетать надо. Чё, как? Я немного устал после перелета. Видел чемик мой? Чемик? Да. Чемодан. Нет, своего я даже не видел. Слушай, на второй круг пойдешь, посмотри там. Ладно. Серый такой. Пока!